у нас здесь две елки. Одна большая, старая, под которой мы встречали Новый год. А другая маленькая, новая, под которой мы будем встречать старый Новый год. Ну, Снегурочка, если кто не выиграл в новогоднем тираже под старой елкой, непременно выиграет в этом тираже, посвященном старому Новому году под новой маленькой елкой. Что? Не слышу! А, ну конечно! 118-й тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото» мы начали в прямом эфире! На днях одному из старейших русских хрустальных заводов, Дядьковскому хрустальному заводу, исполнилось 207 лет. Телевизионная игра лотерея «Русского лото» от всей души поздравляет дружный 3000-й коллектив Дядьковского завода и приветствует ваших делегатов в нашей тиражной комиссии. Председатель совета директоров Владимир Бурый. Коммерческий директор Валерий Грибачев. Председатель профсоюзного комитета Тамара Корнюш. Уважаемые члены тиражной комиссии, внимательно осмотрите наш игровой снаряд. Проверьте наличие всех номеров с 1 до 90. Потом переставьте все здесь в любом порядке, в каком вам заблагорассудится. Проверьте наш игровой мешок. Он пуст. А я тем временем, пока вы будете заниматься этой нехитрой работой, передаю слово нашей компьютерной группе. Владимир Расторгуев, Владимир Айзенштадт, Галина Афанасьева! В 118-м тираже принимают участие 1 419 563 купленных вами билета. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 3 548 907 500 рублей. Ну что же, если все в порядке, нет никаких возражений, осторожно. Нет. Естественно, я боюсь очень, что вы просыпете. Это самое главное. Ну что же, пожелаем удачи всем, кто купил билеты 118-го тиража телевизионной игры «Лотерея «Русское лото»». Ну а теперь ваш путь за стол тиражной комиссии. Вы работаете там, фиксируете появление всех номеров. По этому протоколу будет издана тиражная таблица, с которой вы можете ознакомиться в газетах «Труд», «Народная газета», «Есть работа, нужна работа», «Московская правда» и в Санкт-Петербурге газета «Сметная», и, конечно, в газетах наших региональных представительств. А теперь, естественно, должно произойти перемешивание бочонков в мешке. И я за этим почетным делом отправляюсь к нашему почетному гостю. Сегодня у нас в гостях замечательная актриса театра сатиры, заслуженная артистка России Нина Корниенко. Ниночка, вам по силам будет это, нет? Да, вот перетасовать. Только вот главное, не, да, я буду немножко держать. Да, хорошо. Музыку? Нет, без музыки. Я знаю, что вы... Прошу вас, я знаю, что вы прекрасная пластическая актриса. Я помню ваши замечательные работы. Вы неповторимый сезон, замечательная партнерша Андрея Миронова и замечательная Лиза в «Горе от ума». Скажите, вы играете, вообще у вас есть любимые игры, вы игрок, у вас есть любимые числа, ну все, что нас интересует в «Русском лото»? Я сейчас не играю. Нет. Нет. Но сегодня, вот, надеюсь, выиграть. Ну, будем потому что у меня чесалась левая рука. Левая рука. Примерно это получать. А счастливое число у вас есть? 13. Вот 13 есть у вас. Ну вот, может быть, и выиграю. Ну это чертова дюжина, ничего не боитесь? Нет. А вообще, какие игры вы любите? Вот что-нибудь, ну я не знаю, смотреть, играть. Какие-нибудь игры, любимые игры?
Я люблю собирать грибы. Вот так вот. И это для меня самая азартная игра. Ну что ж, собирайте грибы в нашем сегодняшнем тираже. Если найдете и будет у вас 5 грибов в одной линеечке, или потом 15 грибков в одном вот этом прямоугольнике, или 30 грибов в билете, значит, вы выиграли. А мы сегодня посмотрим, насколько повезет замечательной актрисе Нине Корниенко! В 118-м тираже играют билеты синего цвета с надписью «118 тираж, 12 января 1997 года, 11.15, да-да, именно 11.15». В программах некоторых почему-то 11.30. Мы вышли в эфир и будем выходить в эфир в 11.15 по телеканалу «Россия». Будьте внимательны, сегодня, кроме привычного вида билета, обратите внимание, в левом углу, вот здесь, «Тур на удачу», написано и три бочонка, на которых три номера. Если эти три номера окажутся в числе бочонков, которые останутся после окончания тиража, вы выиграете денежный приз. Ну что же, наш билет многоразового пользования, он играет в основном тиражей, конечно, в туре на удачу. А так, в первом туре, как всегда, выигрывает билеты или билеты, в которых раньше другие будут зачеркнуты все 5 чисел на любой горизонтальной строке. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере 35 489 тысяч рублей. Ну вот и все. Мы готовы к началу игры. Будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Мы начинаем игру в первом туре! Номер 15. Номер 15. Номер 75. Номер 75. Номер 76. Номер 76. Номер 90. Номер 90. Номер 56. Номер 56. Игра продолжается. Игра продолжается, говорит Галина Афанасьева. Номер 13. Чёртова дюжина, любимое число Нины Корниенко. Номер 13. Игра продолжается. Продолжается, несмотря на то, что это чёртова дюжина. Игра продолжается. Номер 74. Номер 74. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 57. Номер 57. Игра продолжается. Игра продолжается. Необыкновенно длинный первый тур. Номер 72. Номер 72. Игра продолжается. Лидирует 521 билет с четырьмя совпадениями из пяти. Перетасую еще на удачу. Трепещите те, у кого четыре номера в одной строке. Номер 21. Номер 21. Стоп, игра! Стоп, игра! Ну, наконец-то! Первый тур выиграло 12 билетов. Выигрыш по 2 957 тысяч 400 рублей. Ну, конечно же. Конечно же. Ну что, вы прямо так волнуетесь, конечно. Да, вы видите уже там что-то, да? И то, что вы видите, это приготовило для вас наше представительство в Краснодарском крае. А также турецкая туристическая фирма «Метроном Туризм». Вы получаете возможность недельного отдыха в одном из лучших отелей «Анталии». Счастливое число передачи! Средиземное море, прекрасный климат, «Метроном Туризм», «Дары Кубани». Счастливое число передачи! Ну что же, теперь, пока вы еще не отдохнули, вам надо перед этим поработать. Вы вытаскиваете 5 бочонков из мешка. Это номера игроков, которые занимают места за игровым столом. Номер 12.
номер 12. Вот ваше место. Прошу. Номер 71. Номер 71. Прошу. Конечно же, вы зачеркиваете эти номера в своих билетах. Номер 33. Номер 33. Прошу. Номер 77. Топорики. Номер 77. И последний, пятый игрок. Номер 26. Номер 26. И, конечно же, вместе с этой замечательной путевкой вы получаете мягкую игрушку Liberty. Счастливое число передачи! Вперед, вперед, дорогие игроки! Время бежит быстро, игра набирает темп. Во втором туре, который мы по существу уже начали, выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 15 чисел карточки. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере... 70 978 100 рублей. Ну что же, будьте внимательны, милые дамы, зачеркивайте те номера, которые вы будете вытаскивать и в своих билетах. А вы, конечно же, в своих. Ну что же, мы начинаем игру во втором туре. Прошу! Номер 7. Номер 7. Прошу вас. Номер 37. Номер 37. Вот это улыбка. Номер 66. Валенки. Номер 66. Прошу. Номер 17. Номер 17. Номер 17. Тревога, по-моему, напрасно. Номер 23. Номер 23. Прошу вас. Номер 50, ровно полста. Номер 50. Прошу. Номер 3. Номер 3. Теперь ваш черед. Номер 38. Номер 38. Так, теперь вы. Номер 8. Номер 8. Прошу, теперь вы, мой непроницаемый друг. Прям так положил. Можно взять? Ничего? Номер. Спасибо. Номер 41. Номер 41. По-разному люди играют. Одни улыбаются, другие стараются сохранить совершенно неприступный вид. Вам сейчас предстоит улыбаться. Номер 18! Номер 18. Номер 18 – это счастливое число нашей передачи. Сегодня 118-й тираж. Компания «Милан» учредила специальный приз для игрока за столом, который вытащит счастливый бочонок 18. Это фритюрница «Счастливое число передачи». Я же говорил, что придется улыбаться. А также сейчас, после того, как вы вытащите один конвертик из этого лотка, вот посмотрите здесь, да, сейчас вытаскивайте, потому что сейчас предстоит улыбаться вам, наши дорогие игроки, те, кто написал нам письма. Это город Вологда, улица Герцена, дом 20, Фирсова, Ольга Сергеевна. Улыбайтесь и позвоните по телефону 137-65-25. Точно такая же фритюрница. Счастливое число передачи. Ну что же, теперь с вами. Так, номер 55, перчатки. Номер 55. Так, прошу. Номер 62. Номер 62. Прошу. Номер 70, ровно. Номер 70. По-моему, наш непроницаемый друг подтаял, тоже хочет выиграть. Номер 40, ровно. Номер 40. Как себя чувствуем? Развиваем успех. Номер 64. Номер 64. Прошу. Сначала общественное, потом личное. Номер 9. Номер 9. Прошу вас. Номер 16. Кругом
16. Номер 16. Насколько я понял, вы загораживаете оператором все на свете. Такой большой приз вам достался. С кем я сейчас играю? С вами. Номер 69 туда-сюда. Номер 69, внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Ну что же, сейчас, поскольку появился билет, в котором 14 номеров из 15 уже зачеркнуты, значит, каждый ход может быть последним. Если вы вытаскиваете бочонок, в котором заканчивается игра во втором туре, вы получаете специальный приз от концерна «Милан». Это фритюрница. Ну что же, как? Готовы? Нет? Посмотрим. Номер 35. Номер 35. Лидирует три билета. Три билета. Ну что же, я иду по кругу. Теперь мы вновь играем с вами. Вы знаете, если вы вытащите этот номер, вторую фритюрницу вы не получите, мы ее заменим на, ну, на другой приз. Ну что же, не может быть две фритюрницы. Номер 46. Номер 46. В группе лидеров 7 билетов. Ну что же, две фритюрницы не получилось. Прошу вас. Номер 84. Номер 84. Лидирует 15 билетов. 15 билетов. Ну что ж, теперь эта возможность у вас. Номер 80, бабушка. Номер 80. В группе лидеров 31 билет. 31 билет. Если вы попадаете в это 31 билет, ну, понимаете, что происходит. Стучит барабан, вы получаете специальный приз от концерна «Милан». Номер 85. Номер 85. Стоп, игра! Стоп, игра! Вот он, победитель! Второй тур выиграл один билет. Выигрыш 70 миллионов 978 100 рублей. Ну что же, как приятно смотреть на человека, которому повезло. Я, к сожалению, не могу увидеть вас, дорогие мои, тех, кто выиграл у экрана телевизора. Но я абсолютно уверен, что вы улыбаетесь. Точно так же вы получаете специальный приз от концерна «Милан». И точно такая же фритюрница отправляется по адресу... Мордовия. Город Саранск. Улица Пролетарская. Ситникова Тамара Яковлевна. Мои поздравления. Счастливое число передачи. Все игравшие за столом получают специальные призы от торговой фирмы СВ. Это чайники. Торговая фирма СВ – одна из крупнейших российских фирм, специализирующихся в области торговли аудио, видео, хай-фай, автомобильной и бытовой техникой, а также товарами для дома. Причем по самым доступным ценам. Компания СВ – официальный дилер всех крупнейших фирм, производителей мирового уровня. Лучший подарок только от СВ, который получили игроки, игравшие за столом во втором туре. Номер 85. Вы уже здесь. Вот сюда. Вот именно этим номером, вы заметили, и закончилась игра во втором туре. Вы получаете специальный приз от компании «Милан». Это соковыжималка. Счастливое число передачи. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Я сейчас еще раз должен вам буду сказать спасибо после того, как вы мне поможете. Потому что именно вашей счастливой и легкой рукой 5 бочонков по одному. 5 номеров игроков, которые занимают места за игровым столом. Это номер 36. Номер 36. Прошу смотреть на меня. Вытаскивать из мешка. Номер 63. Номер 63. На меня? Чтобы не подсматривать. Номер 61. Номер 61. Прошу. Номер 88. Номер 88. И последний, 5-й игрок. Номер 4. Номер 4. Приятно было получать приз. Ну что же, продолжим приятное для вас. Мягкая игрушка от фирмы «Либерти». Счастливое число передачи. Забирайте всю семейку, забирайте всю семью. Вот так, хорошо. Ну что же, а мы уже
в границах третьего тура, а в третьем туре выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 30 чисел билета. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере... 106 467 тысяч 200 рублей. Ну что же, мы начинаем. Начинаем игру в третьем туре. По существу, игра-то уже в третьем туре началась, но мы ее начинаем за столом. А это очень важно. Вы готовы? Ну что же, продолжаем игру в третьем туре. Прошу! Номер 44. Номер 44. Прошу вас. Вы единственный мужчина сейчас за столом. Наша солидарность будет иметь огромное значение. Номер 20. Владислав Третьяк. Номер 20. Хорошо. Номер 31. Номер 31. Прошу. Номер 65. Номер 65. Прошу. Номер 60. Ровно. Номер 60. Перетасуем. Прошу. Номер 14. Номер 14. Прошу вас. Номер 83. Номер 83. Прошу. Номер 29. Номер 29. Играем. Номер 24. Номер 24. Теперь с вами. Номер 6. Номер 6. И вновь. Неужели так трудно? Номер 19. Номер 19. По-моему, совсем легко. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Вы знаете, чем это вам грозит? Раз есть билет, в котором 29 из... все зачеркнуто, значит, каждый ход последний. Если вы вытаскиваете бочонок номером, которым заканчивается игра в третьем туре, вы получаете телевизор. Телевизор импортный, хороший. Но перед этим вы мне должны сказать, да или нет. Да, если вы уверены, что после вашего хода игра завершится в третьем туре. Нет, если вы уверены, что после вашего хода игра продолжится. Пока есть только один билет, в котором 29 из 30 зачеркнуто. Да или нет? Нет. Нет. Ну, учтите, если вы не угадываете, вы покидаете стол с утешительным призом. Нет. Ну что же, игра, значит, должна, с вашей точки зрения, продолжиться. Очевидно, так и будет. Номер 82. Номер 82. Игровая ситуация не изменилась. Не изменилась. Абсолютно верно. Вы угадали. Вы остаетесь с нами, продолжаем играть. Да или нет? Нет. Нет. Ну что же, нет. Хорошо. Номер 59. Номер 59. Лидирует три билета. Абсолютно верно. Три билета. Да или нет? Вот вы уверены, что сейчас в эти три билета вы попадете? Почему бы и нет, действительно? Значит, вы сказали «да» нашему замечательному. И правильно вы аплодируете. Это надо обладать решительностью и смелостью. Ну что же, проверим. Номер 28. Номер 28. Игровая ситуация не изменилась. К сожалению, вы не угадали. Вас утешит замечательный приз от Дядьковского хрустального завода. Этот замечательный бык, год быка. Я поздравляю вас. Тем не менее, поздравляю вас. С наступившим Новым годом! Не отчаивайтесь, не огорчайтесь, вас ждут впереди удачи. А также получайте замечательный термос от торговой фирмы СВ и майку с логотипом телевизионной игры «Русское лото». Нет. Нет. Не верите. Нет. Грозное «нет» импортному телевизору. Номер один. Номер один. Лидирует 5 билетов. Абсолютно верно. 5 билетов. Да или нет? Нет. Ну что же, как вы огорчили обладателей этих 5 билетов? Вы им сказали нет. А они надеются на да. Номер 86. Номер 86. В группе лидеров 10 билетов. И тем не менее верно. 10 билетов. Что скажете? Это мне надо сказать, понимаете? Нет. Потому что по-болгарски вот так это да. Нет. Нет. Голосом сказали нет. Голосу доверяю.
Номер 43, Сталинград. Номер 43. Лидирует 21 билет. Абсолютно верно, 21 билет. Что скажете? Да. Да! Вам аплодируют, даже это смело, да! Удачи! Спасибо. Удачи! Номер 27. Номер 27. В группе лидеров 39 билетов. Абсолютно было бы, казалось бы, верно. А нет! Нет, ну что же, вы получаете утешительные призы. Вам аплодирует студия, как смелому игроку. Пусть вас утешат утешительные призы. Эти замечательные хрустальные быки от Дядьковского хрустального завода. Да или нет? Да. И эта женщина говорит, да, я скоро останусь в гордом одиночестве. Номер 5. Номер 5. Стоп игра! Стоп игра, да! Третий тур выиграли 2 билета. Выигрыш по 53 миллиона 233 тысячи 600 рублей. Конечно, я вас поздравляю. Во-первых, получается... Это вы сейчас сказали, я не знаю, слышали телезрители, никогда в жизни ничего не выигрывал. Играйте в нашу игру, вы обязательно выиграете, даже те, кто никогда в жизни ничего не выигрывал. Потому что наша игра дает равные возможности всем, кто купил билет. Вы получаете специальный приз от концерна «Милан». Это телевизор. Точно такой же телевизор сейчас с вашей руки отправляется по адресу. Трепещите, Волгоградская область. Город Михайловка, улица Республиканская, Ткачева Мария Георгиевна. Специальный приз. Телевизор от концерна «Милан». Счастливое число передачи. Ну что же, а вот и обладатель еще одного приза от концерна «Милан». Именно этим номером, номером 5. Закончилась игра в третьем туре. Смотрите, там вы принесли какому-то человеку удачу. Этот номер принес удачу. Вы получаете специальный приз от концерна «Милан». Это кофемолка! Счастливое число передачи! И, конечно же, вы сейчас получите мягкую игрушку от фирмы «Либерти». Я благодарю вас. Я приглашаю за наш игровой стол замечательную актрису Нину Корниенко. Ниночка, вот ваше место за игровым столом. А еще здесь места за игровым столом заняли вот эти обаятельные мужчины. Я считаю, что это музыкальное открытие года. Это замечательная группа, которую вы представляете. Это группа «Штар». Эй, группа «Штар». Пока мы аплодируем этим молодым людям авансом, но скоро вы познакомитесь с их искусством. Я думаю, что вы не возражаете, если мы продолжим игру в четвертом последующем турах с дамой, с нашей гостьей Ниной Корниенко. Это номер 32. Номер 32. Стоп-игра. Выиграла 3 билета. Выигрыш по 35 миллионов 489 тысяч рублей. Прошу вас, один бочонок из мешка. Номер 78. Номер 78. Стоп-игра выиграла 5 билетов. Выигрыш по 28 миллионов 391 тысячи 200 рублей. Номер 73. Номер 73. 70. Одну минуточку. Стоп-игра выиграла 6 билетов. Выигрыш по 23 миллиона 659 тысяч 300 рублей. Номер 25. Номер 25. Стоп-игра выиграла 8 билетов. Выигрыш по 17 миллионов 744 тысячи 500 рублей. Рустам. Да. Номер 2. Номер 2. Стоп-игра выиграла 13 билетов. Выигрыш по 10 миллионов 919 тысяч 700 рублей. Руслан, вы везучий? Да. Да? И правильно, вам очень повезло. Номер 11! Номер 11. Номер 11. Стоп-игра выиграла 25 билетов. Выигрыш по 5 миллионов 678 тысяч 200 рублей. Номер 11 – это счастливое число нашей передачи, когда так и называлось русское лото «Барабанные палочки». Компания «Милан» учредила специальный приз для игрока за столом, который вытащит... А? Мини-комбайн, конечно. Который вытащит счастливый счет. Там и положен мини-комбайн. Счастливое число передачи номер 11.
Одно письмо из этого лотка. Вы вытаскиваете одно письмо из этого лотка, и точно такой же комбайн с вашей легкой руки получает. Семья Копьевых, Пензенская область, Городищенский район, город Сурок. Счастливое число передачи! 11! Прошу. Те, кто выиграл, звоните по телефону 137-65-25, компания «Милан». Номер 79. Номер 79. Стоп игра. Стоп игра. Выиграла 29 билетов. Выигрыш по 4 895 тысяч рублей. Номер 48. Номер 48. Стоп игра. Выиграла 80 билетов. Выигрыш по 1 774 400 рублей. Номер 49. Номер 49. Стоп игра. Выиграла 153 билета. Выигрыш по 927 миллионов 800 рублей. Номер 927 тысяч 800 рублей. Номер 22. Номер 22. Стоп игра. Выиграла 173 билета. Выигрыш 820 тысяч 500 рублей. Номер 67. Номер 67. Стоп игра. Выиграла 283 билета. Выигрыш по 501 тысячи 600 рублей. Номер 52. Номер 52. Стоп игра. Выиграла 740 билетов. Выигрыш по 239 тысяч 700 рублей. Компьютер даст команду, когда игра закончится. Номер 42. Номер 42. Стоп-игра. Выиграла 1130 билетов. Выигрыш по 251 200 рублей. Номер 87. Номер 87. Стоп-игра. Выиграла 1593 билета. Выигрыш по 200 500 рублей. Номер 89. Номер 89. Стоп-игра. Выиграла 2313 билетов. Выигрыш по 168 700 рублей. Прошу. Разыгрывается последний тур. А вот и последний номер 118-го тиража. Номер 81. Номер 81. Стоп-игра. Выиграла 3132 билета. Выигрыш по 158 600 рублей. На 79-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 11 бочонков. Ну что же, я прошу мой игровой билет. Будьте внимательны, члены нашей тиражной комиссии. Если кто... сейчас, в принципе, все принимают участие в туре на удачу, будьте внимательны. Я прошу нашу компьютерную группу объявить призовой фонд тура на удачу. Призовой фонд тура на удачу 141 миллион 956 тысяч 300 рублей. Уважаемые игроки, будьте внимательны. Если среди оставшихся бочонков, которые мы сейчас высыпем из мешка, есть вот эти три номера, которые есть в каждом билете, то вы выиграли специальный денежный приз в туре на удачу. Он составляет... Ну, очевидно, мы сейчас узнаем, сколько билетов. И когда разделится призовой фонд, мы узнаем, сколько вы выиграли на этот самый билет. Если вы не выиграли в основном тираже. Ну что же, я прошу нашу тиражную комиссию засвидетельствовать. И с вашего позволения я назову эти номера. Номер 34, номер 45, номер 39, номер 47, номер 30... Номер 68, номер 58, профсоюзы руководят все-таки немножко, номер 53, номер 54, номер 10 и номер 51. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Еще раз называю 34, 45, 39, 47, 30, 68, 58, 53, 54, 10 и 51. Ну что же, мне надо будет проверить. Ну, моих здесь нет, уже 11 здесь. К сожалению, я не выиграл. Ну что же, я прошу компьютерную группу сказать. В туре на удачу кто... Выиграла 2116 билетов. Выигрыш по 67 тысяч рублей. Ну что же, я поздравляю тех, кто выиграл в туре на удачу. А если кто-то не выиграл и в 118-м тираже, и в туре на удачу, непременно не выбрасывайте свои билеты. Оставляйте их у себя, потому что билеты... не выигравшие билеты со 117 по 130 тираж сыграют в специальном тираже не выигравших билетов 6 апреля этого года. Ну что ж, я благодарю наших членов... тут серьезно, тут Дядьковский хрустальный завод. Сначала позвольте мне вручить вам призы от концерна «Милан». Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Конечно же, майка с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Сначала я принимаю от вас приз. Это от вас. Значит, это...
приз. Это чудо хрустальное. Ну, от дядьковских хрустальщиков. Вот здесь наши многовековые традиции, вот здесь наше мастерство, здесь надо душа. Я еще раз поздравляю весь дядьковский завод, весь трехтысячный коллектив. Замечательный подарок, и мы благодарим вас, дорогие мои. Ну что же, наш тираж подходит к концу. Я хочу сказать несколько слов информации, которые необходимы. Я благодарю вас. Вы можете вернуться за стол тиражной комиссии. Одной рукой я прошу тебя, не надо. Если мы это каким-то образом разобьем на глазах у миллионов телезрителей, я не знаю, что с нами будет. Вот так, осторожно, в компанию «Милан». Я благодарю вас еще раз всех. Дорогие мои, наступают праздники. Это День защитника Отечества. Этот тираж будет приурочен к 123-му тиражу. И я думаю, что милые дамы захотят сделать подарки своим мужественным спутникам. Как вы понимаете, один из лучших подарков – это билет телевизионной игры лотереи «Русское лото». А потом будет праздник «Международный женский день». Это будет 126-й тираж. И ваши мужественные спутники захотят сделать подарок своим милым дамам. Я думаю, что в ответ, если вы подарите билет телевизионной игры лотереи «Русское лото», это будет очень мило и приятно. Я благодарю салон красоты «Милана», Ленинский проспект 52, телефон 137-61-59. Мастера высочайшего европейского класса, косметологи, модельеры, мастера маникюра. Звоните ежедневно с 9 утра до 21 часа. А, к сожалению, очень часто бывает, что выиграть-то выиграют, а вот билет свой, к сожалению, не предъявляют для оплаты. И вот так в Йошкар-Оле остался неоплаченным билет на 30 миллионов рублей. 105-й тираж 13 октября. Проверьте свои билеты. Вообще проверяйте билеты, покупайте наши билеты. И участвуйте в каждом тираже в 11.15 на телеканале «Россия». Сегодняшний тираж завершает замечательная группа «Штарт». Запомните этих ребят, они вам наверняка понравятся. Группа «Штарт»! Праздником вас! Счастья и здоровья вам всем! Эй! С праздником! В небе солнечно, нет ни облачка, сердце девичье, словно лодочка. Да.
дорогая, вся жизнь впереди. Дорогая, в углу не сиди. Дорогая, в глаза мне гляди. Дорогая, танцуй, не грусти. Дорогая, вся жизнь впереди. Лай-ло-лай, ла-ло-лай, лай-ло-лай. Лай-ло-лай, ла-ло-лай, лай-ло-лай. Лай-ло-лай, ла-ло-лай, лай-ло-лай. Лай-ло-лай, ла-ло-лай, лай-ло-лай. Спасибо.